Здорово, бандиты и бандитки, с вами Спикер, и продолжаем выживать. 100 дней при максимальной сложности, без смерти. Sons of the Forest. Мы ночуем, и у нас третий день наступает, друзья. Засыпаем на пляже. Все чудесно. В 7 утра мы проснулись, у нас нету костра, и слегка он замерзает. Мясо. У нас есть вроде мясо, сейчас быстренько пожарим. Попьем воды и побежали дальше, друзья, по пещерам. Сегодня я вам покажу, где находится. Ах да, берем вкусняшки, берем попкорн и погнали. Сегодня покажу, где у нас находится топор. Мы бегаем за хорошим топором, Кевин. Ты что встал прям? Тебе слишком стало жарко, холодно. Так, мясо у нас жарится. Мясо есть еще. Ну-ка, закинем все мясо, которое у нас есть. Чтобы было все жареное мясо, все готово. Кевин, ты опять встал. Что это такое неугомонное-то? Весь в крови, еще в огне. Так, мясо готово вроде уже. Мясо готово. Забираем. Забираем быстренько мясо, пока оно слишком не сгорело. Покушаем. Напьемся воды и в путь. Стрелы можно сделать. 52 пера мы набрали. Это офигенно. Камней мало. 5 камней всего. Так, пьем воду. Напиваемся. Может, знаешь, прям на пути уже. Нам нужно двигаться в ту сторону, конечно же. Мы идем за топором сейчас. Мы идем в пещеру, где находится. Сначала мы делаем еще одну фляжку. Пробуем сделать еще фляжку и взять. И набираем флягу вторую. Так, погоди, мы разбираемся. Нам нужно идти вон туда. Как раз где ручей. Идем за топором, сбегаем туземцам, поздороваемся, скажем доброе утро им, конечно же. Потому что этот маленький топорик, ну это обычный топорик. Так, и нужно, конечно, поесть мясо. Так, нужен свет. Кстати, у нас выспался. Максимально, это хорошо. То есть все теперь видно, что максимально выспался. Ну, как-то первая ночка была очень тяжкая. А вот вторая зашла, и уже третий день выживания. Тросомет сегодня заберем, сделаем флягу, заберем топор, зайдем к туземцам, поздороваемся. И уже в следующей серии пойдем за лопатой. А лопата, это можно будет уже все бункеры отрыть. Взять дробовик уже, отрыть. Так, сейчас погоди, мы сообразим. Вот сюда нужно маленько, правее. Как раз где вот это озеро, там находится у нас племя туземцев. Застрял, деревья, кстати, деревья. Нужно нам ветки набрать. Что у нас получится максимально взять. Пока у нас зима, пока нам холодно, голодно. Но пока не слишком голодным, я, в принципе, сытый. Вот только вот не напился снова воды. У нас на шестерку, на семерку вроде есть фляжка. Можно, знаешь, так бежать сразу и пить воду. Отлично. И еще можно выпить. Во-во-во-во, вот зайчишку надо как раз в приполяне. Нигде, нет, погоди, в лес ты не убегай. Давай-ка стрелы, лук и зайчишка. Вот как прыгает, как зайчишка прыгает-то. Сейчас допрыгается у меня. Вот допрыгался. Его даже не видно в снегу-то. Так, забираем. Мясо там нужно забрать, конечно же. Кто это пробежал? Кто пробежал мимо меня? Туземцы. Возможно, захотели зайчишку или меня. Точно что-то захотели. Ну, брать с них все равно кости не получается. У меня веревок, кажется, нет. Ну-ка, быстренько сможем посмотреть. Нет веревок. Веревок нету, костей у меня много. Зачем они нужны? Пока мне не нужны они. Так, компас. Чуть-чуть левее. Вот сюда. Как раз зайдем в деревушку. Там есть какие-то припасы. Смотри, сколько туземцев бегает. Туземцы как зайцы прыгают прям из кустов. И, кстати, есть там заброшенный вертолет. Я вам тоже покажу сегодня. Но мне нужна лопата, чтобы отрывать вот эти... зайчишка. В кустах. Пока он в кустах не вижу. Поверну. Кусты. Ну, нормально. Так, забираем быстренько. Давай, пока меня не ударили сзади. Забирай мясо. Забирай стрелу. Кстати, надо будет еще стрелы сделать. Я даже трогать их не буду. Ну, смысл с ними драться, смысл стрелы раскидывать на них. Я не вижу. Еще заяц. Смотри, сколько зайцев-то. Понимаешь, каждая дичь на вес золота. Вот. Да что ты орешь сзади меня? Ох, как прыгает. Эх, как и налево сразу повернул. Блин, стрелы раскидываю. Куда убежал?
Он уж куда-то убежал. Так, так, озеро. Озеро здесь. Рядышком брошенный вертолет. Там есть какие-то припасы. Все это дело пригодится. Смотри, слушай, они сзади мигают. Реально. О-о-о, там уже побольше ребята бегут-то. Сейчас выйдем из этих кустов, я его вынесу. Таких ребят надо выносить. Они уж слишком мешают. Так, забраться здесь надо. А вот прям передо мной уже бегают. Ты смотри. А. Доброе утро. Поздоровались мы. Все, поздоровались. Так, забрал стрелу, точно? Ну, я трогать ее не буду, пускай поплачет. Понятно, твой муж, он охотился. Я тоже охотился. Но у меня нет подруги еще пока что. Так, по компасу. Компас, где у нас? А, уже озеро рядышком. Где-то тут должен быть заброшенный вертолет. Сейчас мы найдем его. Отлично, кстати, поляна. Можно здесь обустраиваться. Кто это бежит, кстати? А, это ребята мелкие бегают. Я думал, снова зайцы бегают. Отлично, поляна, чтобы построить здесь, а, знаешь, первую базу. Либо вторую. Можно строиться, конечно, потом. Чуть попозже, друзья. Мы сначала все облутать нужно будет. Максимально что? Это взять хороший лук, кстати. Вот это точно нам надо будет взять. Так, заброшенный вертолет где-то тут, там, в кустах должен быть. Вон там у нас племя туземцев. А вот вертолет. Нашел я его сразу практически. Возле озера находится он. Тут есть какой-то лут. Можно будет забрать. Может, таблетки будут. Таблетки на вес золота. Ну и, в принципе, и все. Нет, что-то есть еще. Гранаты есть, здорово. Это у нас заброшен такой вертолет. Тут у нас ребята. Уже одни кости остались. И погнали к туземцам. У них есть какие-то припасы. Есть какие-то ящики. И зайдем, заберем потом топор. И дальше по пещерам. У ребят здесь прям такая плантация. Конопли или чего? Непонятно. Так, возьмем лук на всякий случай. Ребята меня видят. О-о-о-о-о-о! Ты смотри, меня уже ждут здесь. Так, забираем припасы. Их слишком много. Нет, в бой, конечно, можно вступать. Ну а смысл, если нет веревок у меня? Я даже не могу на них рявкнуть. Ладно, бежим от них. Они не нужны мне, в принципе. Не, потом зайду, конечно. Будет много веревок. О-о-о, вот. Нет, вот этого, конечно, можно вынести. Вот этот чувак топовый. Он, знаешь, такой агрессивный. Здорово. Ой, промахнулся. Нате. О, он такой забавный, знаете, самый забавный. Из перца всех. Он еще живой. Ну, знаешь, есть один прием против него. Ну, не рассматривай. Сейчас, один прием есть. Я сейчас покажу вам, друзья. Давай, в паутин. Сейчас. О, как раз. Смотри, он падает, забираем стрелу и рубим голову. Вот таким макаром. Видите, какой прием. Ох, промахнул, успел. Кстати, у меня броник исчез. Два броника минус. Так, бежим. Бежим за топором. Ребята, возможно, за мной. Где тут поляна? Где должна быть большая поляна? Компас. И нам вот сюда. Вон туда я пробежал маленько, в сторону. Так, ребята, за мной. Келвин, ты где? А он где-то у меня спереди бегает, нормально. Так, большая поляна должна быть. Где-то неподалеку. Какой-то берег, кстати. Маленько заблудился я. Черт. Так, дорога нет. Дорога туда не ведет. Нам вот сюда, возможно. Там, кстати, рядом должен быть точка GPS. А, чуть дальше, возможно. Я, возможно, не добежал просто. А вот здесь что за поворот такой? Поворот, дорога кончается и тупик. Так, окей, по озеру. А, по озеру. Давай на точку GPS. Я помню, по точке GPS рядышком находится. Нам нужен топор. И дальше бежим. Делаем фляжку. Так. Где-то я, ребят, тут слышал.
Ну, он самый здоровый, самый забавный такой, знаете. Против него реально другого приема я не нашел. Но я хотя долго это пока не искал, я всего выживать третий день. Так что мне еще выживать и выживать. Ну, где поляна? Здесь какое-то озеро уже. Заблудился я слегка, опять же. В зимней локации еще не бегал толком. Ну, слегка я заблудился. Ну, точка GPS была слева. Ребята недовольны чем-то. Должна быть большая поляна, где мы хотели строить базу на стримчике. Было такое у нас. Я уже почти дошел до точки GPS. А пока что я так и не нашел. А где я потерял броник? А вот, кстати, полянка. Вот она, полянка. И вот здесь как раз где-то должен быть. Да, вот она, поляна. И вон там топорик. Нашел поляну я. Паутина мне в харю. И вот здесь у нас находится топорик. Также есть припасы, пока отдыхает у нас. Было много уже добра. С4 нам тоже пригодится. Пока все влазит, забираем. Кстати, нужно использовать взрывчатку, потому что потом ее очень много. И девать ее некуда. Батарейки. Батарейки, что ли, выкидывать? Воу, скотч. Топор нужно забрать. Вот топор у нас. Держим блок на всякий случай. Ребята пришли. Да, останавливаться. О, таблеток не хватает, уже места. Так, погнали. Можно взять маячок. Ребята здесь. Где мой Келвин? Ну, потом побегаем по розовой. Там, в принципе, ничего интересного нет у нас. А мне нужно сбегать сегодня еще. В бункер. Вон туда аж. И в пещеру забежим, конечно. А как же серия без пещеры? Без криков. И, конечно, нужно еще мясо. Нужно мясо. Так, можно один кусок, в принципе, съесть. У меня вроде сырое мясо есть. Мы все скушаем. Все. Фляжку нужно наполнить. Фляжка наполняется только, получается, у речек. Потому что в озеро. В озеро у нас замерзает. Ребята бегают. В озере не набрать нам воды, к сожалению. Так, я взял топор. Нужно поменять на цифру 1. Хороший топорик. А этот топор мне не нужен. Так, сразу заполним флягу. На цифру 7 у нас. И можно там же попить воды. Если, конечно, ребята мне дадут это сделать. Так, по, все правильно, практически добежал. Сделаем вторую фляжку и возьмем вторую. Если, конечно, это возможно. Но так было бы здорово. Две, возможно, даже три фляжки. Набирать воду и не знать бед. Так, устал. Устал уже. Так, сзади никого нету. Келвина тоже не видно. О, где-то далеко, далеко от меня. Набираем воды. Здесь как раз можно набрать. И, в принципе, один разок можно выпить. Да, готово. Давай-ка на ту сторону. Сейчас мы сделаем еще стрелы. У нас вроде смола есть. Где-то я набирал. Поплыли сюда. Где-то набирал я смолу. Возможно, в каких-то ящиках, сумках, в чемоданах у туземцев. И поменяем хороший топорик. Вот, отличный топорик. Конечно, есть еще круче топорик. Так, цифра 1, готово. О, это понимаю. Есть пожарный топор, но это уже чуть погодя. Нам нужна для этого лопата, чтобы откопать бункер и найти в бункере. Есть еще катана. За катаной сбегаем. Но мне кажется, топор пожарный самый такой топовый. И хороший блок, и с одного удара хорошо выносит. Мне нужны веревки, конечно, еще. О, веревка, кстати, есть. Одна веревка есть. Изоленты 3 тоже надо будет. Ну, хотя бы один броник можно сделать. Где я потерял 2 броника, непонятно, конечно. Где-то пропустил я удар. Один удар минус 2 броника. Обалдеть. Вот это я понимаю. Жесткое выживание. Келвин где-то гуляет. Помощь, конечно, от него нету. Никакой.
ни костер не сварганить, ни суп не сварить. Так, где вход? Заблудился я в этих кустах. Вот он вход. Идем делать стрелы, идем делать фляжку вторую. Получится взять ее, нет? Это я, конечно, не знаю. Но хотя бы сделаем стрелы. Передохнем слегка. У нас 11:50. Так, зажигалка. Еще есть время как раз до пещеры сбегать. Ну, а там уже будет видно, как мы выйдем из нее. Так, фляжку еще одну 100. А сколько у меня смолы? Кстати, здесь нужно скрафтить. Да, 100 смолы. У нас появился крафт. Батарейки, что ли, много уж так. И тут есть еще стрелы. Стрелы есть. Так, все забрали. Здесь тоже есть припасы. Проволоки очень много. Смола. О, изолента. Это здорово. Батарейки. Много батареек. Очень. У нас еще, знаете, фонарика нету. Это точно нам надо будет взять. Так, фляга берется. А фляга не берется, походу. Да, берется только одна фляга. Ну, в принципе, и логично. Ну, маленько потеряли, ничего страшного. Так, маску, крюк. Нет, это не надо. Стрелы делаем. Давай-ка раза три мы сделаем. Сколько там по времени у нас? Кстати, вот показывает, сколько у меня смолы. 686 смолы. Ну-ка, сейчас проверим. Да, в принципе, это моя смола показывается. Удобно, кстати. Ну, час дня уже будет. Все, забираем. Фляга у нас не вылазит. Чудесно. А стрелы у нас стоит 50, да? Слушай, много-много стрел можно сделать. Это здорово. Так, все забрали. Спать не будем. Там у нас ничего нету, кроме денег бумажных. И все. Так, пить не хочет, есть не хочет. 50 смолы, да. Проблем со стрелами не будет. Это, конечно, здорово. Еще взять хороший лук, найти. Нужна лопата будет. И тогда вообще будет офигенно. Так, батарейки много. А на шокер дубинки поменять нельзя. Они автоматически меняются, батарейки. Все, что ли? Достаточно, я думаю. Погнали. А, погнали дальше. Выходим из пещеры. И идем за тросометом. А он мне нужен, чтобы попасть в пещеру, где находится лопата. Внимание сделано к этой лопате. Очень, знаете, слишком большое внимание. Ты не можешь попасть туда. Ты не можешь попасть сюда. Тебе нужна лопата. Лопата. Так, где мой друг? Куда мне бежать дальше? А вот рядышком здесь. И, в принципе, стемнеет уже. Ну, мне кажется, уже стемнеет. Ну, погнали. Там, в принципе, большая пещера. Пока мы побегаем, выйдем уже там. Там уже будет видно. Так, Элвин идет сзади. Он догонит. Мы пока побегаем по пещерам. Он нас догонит. Заберем тросомет. Третий день выживания. Пока все нормально. Видишь, как мы. Здорово. Сняли голову самого большого чувака. Ну, с ним забавно просто получилось так. С маленькими так еще. А ему хедшот, стреляешь ему по барабану. Он стоит, как... Он только посмеялся и все. Так, куда? Прямо. Кстати, там рядышком будет вертолет наша. О, первое место. О, какой жирный-то, смотри, какой жирный-то. Нет, его точно надо зажарить. Я даже стрел постреляю. Ну, он, смотри, очень быстрый. Чертовски быстрый. Попал. Вот это да, вот это. Смотри, как стрела прошла. Две стрелы. Мяса много будет. Ты смотри, как от меня убегал-то. Он реально жирный. Так, мясо разлеталось. Вот, забираем большие куски. Можно как раз пожарить мясо. Так, и, там еще олени. Кстати, я уже подошел к пещере. Вон пещера. Прям по курсу. Так, там маленький детеныш. И там есть побольше олень. Видишь, как красиво-то идет. Красиво, согласен, идут-то. Так, наперед. Увидел нас? Нет? А нет, еще не увидел.
Ты смотри, какой снайпер, а? Робин Гуд. Отдыхает. Как улегся. Две стрелы и готово. Забираем мясо, тут же жарим сейчас. Возможно, не влезет. Да, уже не влазит. Келвин, ты где? Он, как всегда, прибегает только у меня на запах мяса. Так, здесь можно сделать. В принципе, здание даже и не замерз. Но сегодня уже привык, кстати. Возможно, к холоду. А детеныш, возможно, убежал. Пока все нормально. Кидаем сюда миску. Так, все готово. И забираем это мясо. Так, вот еще кусок мяса. Так, жарится, жарится. Пока еще не готово. Чужденцев я не вижу. Так, здесь уже пожарено, походу. Ага, это можно съесть. Вроде есть хочет. А еще жарится. Чуть-чуть подождем. Так, у нас два броника. Да, все поджаривается. Готово, можно забрать. Тут слишком не пережарилось. Уже не вылазит. Можно съесть, наверное. Ну, хотя уже некуда нам есть. То бывает много мяса, то его и нету вовсе. Ну, давай. Сегодня гуляем, так гуляем. Пойдем сбегаем сейчас. Пока еще светло, мы сбегаем, заберем лут у вертолета. Он респаунился снова. Так что можно будет забрать таблетки, которые нам, по идее, можно пополнить, в принципе. Чуть-чуть, возможно, жизни меньше стало, а хотя нет. И как раз вот он вертолет. Гранаты есть, вот видишь, таблетки уже не влазят, можно будет использовать. Таблетки. Так уж много. О, изолента. Вот это точно. Веревка еще нужна, в принципе. И будет вообще шик. Гранаты. Ну, здесь тоже не влезет нам эти. Да. Так, все, походу, здесь у нас. Сколько у нас времени? И погнали. Смотри, сколько оленей здесь. Здесь прям рай целый. А, Келвин подходит к нам. Медленно очень. Идем в пещеру. Забираем тросомет. И время будет уже, ну, возможно, темно уже будет. Ага, это не влазит. А где еще ящик? Вот должен быть ящик. Еще. Готово. И еще 100 смолы. Здорово. И погнали в пещеру. Маленько спать хочет, но ничего страшного, в принципе. Так, свет. По стрелам. Можно сделать стрелы, в принципе. Они лишние не будут. Так, и палочки. Много батареек. Много накрафтили всего. Ну, то есть много собрали еще. Так, по припасам у нас гранат. Тут 6 штук. Электрошокер. Коктейль Молотова можно сделать. Тряпки есть. У нас 3 штуки, правда, немного. Пригодится. В пещере все пригодится. Но там мы не будем останавливаться. Двигаться нужно будет. Двигаться. С одного удара практически. Заходим. Можно маленько выпить водичкой. И, в принципе, все на 100%. Так, вырубай. Вырубай. Ну что, тросомет, жди меня. Я скоро к тебе приду. Здесь уже не вылазит. Тряпки нужны будут. Сколько всего здесь? Да, обратно. Мясо, мясо, сколько? Часики нужны будут. Так, пьем воду. Пока мы еще в безопасности. Выпиваем воду. И в путь. Так, топорик у нас уже хороший. Броник хороший. То есть броник по топорику, я имею в виду. Вперед и в бой. Стрелков у нас много. Здесь уже ребята ждут. Здесь надо будет забрать крест. Он прям по курсу. Он пригодится. Потом расскажу, друзья, для чего он нужен. Так, здесь платы у нас есть. Все, мы добро заберем. Уже рычат, рычат. Бежим, бежим. Ух. Так, здесь у нас ребята стоят.
Здесь просто пробегаем, пока вперед идем. Можно понять, можно понять. Без разницы. И здесь нужно будет взорвать, кстати. Взорвать. Забираем взрывчатку. И взрываем. По-быстрому. Во-во-во-во, уже сюда пришли. Все, идем, идем, идем. Сквозь мясо, дичь. Идем вперед. Все нормально пока что. Броник есть, уже здорово. Мы идем на тросомер, там, в принципе, здесь больше ничего и не будет. Ребята рычат. Кстати, можно против них использовать этот самый крест. Крест. Они будут бояться. Но вообще это против демонов. А демоны у нас такие... Многоного. Погоди. Мне главное не заблудиться здесь. Кто фонарь вырубил? Кто, черт возьми, вырубил фонарь? Так, здесь чуть правее надо. Ребята позади. Где-то позади. Так, отдохни, пока никого нету. Отдыхай. Там свет вижу. Отдохнул, вперед. Ну, нужно бежать тогда, когда их видно, вон там. А когда их нет, можно просто спокойно идти. Фонарик, правда, нужен. Фонарик нужен. Как же без фонарика? Здорово, ребята. Здорово еще раз. Так, бежим на свет, бежим на свет. Так, так, пока нормально. Замерзает, кстати, смотри-ка, замерзает у нас. В пещере. Холодно. Голодно. Но я не голодный. Это ребята голодные сзади меня бегут которые. Я слышу, они бегут, бегут, бегут. Тут главное, знаешь, не пропустить поворот. Я помню. Ну, практически помню. Ребята мелкие. Броник на месте. О-о-о-о-о-о! Нет броника! Нет броника уже. Два броника сразу минус. Смотри как. Максимальная сложность, а? Показывает себя во всей красе. О-о-о, веревка. Во-во-во-во, кто? Я хотел веревку взять только, ты представь. Только хотел взять веревку. Так, налево поворот, направо, там какой бы... Вот-вот налево, налево здесь. Здесь налево, все, пока нормально. Отдохни слегка. Чуть-чуть ты отдохни. Отдыхай слегка. Таблетки, таблетки нужно срочно глотнуть. И на таблетках бежать дальше. Хотел только взять веревку и все. Пробежали. Ух. Максимальная сложность. Один удар и нету меня. И нету пацана. Тут главное, знаешь, не заблудиться. Главное не останавливаться. Ну это такие пещеры сделали. Погоди, погоди. Куда? Никуда. Пошел я. Опять на таблетках сидеть надо будет, что ли. Так, вижу свет. Берем таблетки. Давай, давай, мой друг, быстрее. И вперед. Там еще мелкие бегают. Забираем тросомет. И наверх, наверх, наверх. И уходим мы отсюда. Так, включай, включай фонарик. Вот они, демоны. Можно против них крест. Но я просто не успею добраться до креста, пока я буду искать его там. Меня уже 100 раз съедят. И выходим уже из пещеры. Практически вышли, друзья. Там буквально нужно поворот налево, не пропустить его. Но если пропустишь и пойдешь прямо, там просто будет тупик. И надо будет вернуться. Вот и все, в принципе. И вся пещера. Ой-ой-ой-ой, вот сюда. Ух, мы вышли. Сколько времени сейчас, самое главное. Смотри-ка. Мы даже не обгадились практически. Но все равно было тревожно, понимаешь. Там один удар и нет брони. Нормально было, да? О, пока еще светит солнце. Ой, пришел мой друг. Ты где ковырялся? Грибы опять собирал, наверное. Так, нам нужно найти ночлег, понимаешь, друг мой. Ночлег. Куда можно пойти? Замерзает слегка. А, время, время. О, нужно двигаться. На пляж выходить нужно, либо бежать в бункер куда-то, где можно переночевать. Ну, давай-ка в бункер сбегаем. Что поделать-то?
Сделаем стреву еще, зайчишку. Пока не до зайца, нужно успеть добежать до бункера. Осталось буквально 1 час, и уже стемнеет. Зайцы всякие мохнатые пока не нужны. Кеовин, давай за мной, нам бежать нужно будет прилично. 1 час до полной темноты. Нормально, забрали тросомет. В следующей серии пойдем за лопатой. Белки бегают. Это нормальное выживание при максимальной сложности. Тут, понимаешь, главное хедшот сделать. Ну, по идее, все. Пещера это не нужна. Пещера, где акваланг, тоже не нужна. Все, мы забрали. Нормально. Теперь осталось только сбегать в пещеру за лопатой. И, в принципе, все. И можно идти в бункер. Забирать хороший лук. Забирать катану. Золотую броню. Ну, ты понимаешь. И также далее по списку. По порядку. Как-нибудь, знаете, надо будет парочку серий сделать чисто по дороге ходить. То есть, обычно по дороге ходят туземцы. Ну, отдохни, хорошо, отдохни. Ходят туземцы. То есть, понимаешь, просто нарваться на них конкретно. Выносить их конкретно. Когда, знаешь, будет много броника, много смелости, опыта побольше. И тогда можно будет реально их выносить. Хороший лук обязательно. А то с этим... древним бегаю. Ну, я успею добежать. Там переночуем. Поспим крепким сном. Ну, спать, в принципе, не хочет сильно-то. Смотри. Но бежать в другой пещере, конечно же, нет. Нет. Мы уже практически добежали. Сделаем стрелу. Хотя, знаешь, стрелу максимально уже. Но сейчас темнеет, уже ничего не видно будет. Мы пришли. И пойдем вздремнем. Сегодня 3-й день выживания. Мы много чего собрали. В принципе-то. Забрали хороший топор. Убили большого туземца. Это самое главное. Поздоровались. Так, тут припасы. О, припасы появились вновь, да? Они не открываются уже, смотри-ка. Так, стрелы, стрелы. Ну, можно сделать, в принципе. У нас много смолы, будет ее еще больше. Кстати, можно сделать сани. Можно сделать маску. Раз смолы много, стрел тоже много. Тут поспим, отдохнем. Но лута нет, не появился, возможно, еще. На следующий день появится. Так, забираем стрелы. Ну, все. И сколько там еще у меня? 500. 500-ка еще есть. А фляжка не влазит. Маску можно сделать. А можно где-то найти ее. Крюк. Крюков у меня, в принципе, достаточно. 100. Ткань не нужна. Ох, 1000. А у нас тут всего 500. Проблемка. Ну, давай сделаем маску. В принципе, недорогая. 150. Заберем маску. Покажем ребятам. Нашим туземцам. Покажем ее. Что у нас есть. Пока она делается. Мы сбегаем туда. Заберем там. Что-то есть. По мелочи хотя бы. Пригодится все равно в быту. Так, часы. И деньги, доллары. И давайте, друзья, ложиться спать. Уже, в принципе, стемнело. Там делать нечего. Спать хочет. Раньше ляжем, раньше встанем. И пойдем дальше. Так, готова маска. Забираем мы ее. Ну, в принципе, и все, да. Потом сделать сани надо будет обязательно. Друзья, будем заканчивать уже тут. И увидимся в 4-й день выживания. Всем спасибо, кто смотрел. Ставь лайкосик, ставь комментарий свой. И продолжаем выживать. Всем спасибо и всем пока.